Уважаемые дамы и господа, давайте зададим пару вопросов. Марина, ощущения после боя? I feel great. I won the fight. It was a difficult fight, but yeah, I feel great, of course. Он говорит, я великолепен. После боя я великолепен просто. Ну, в смысле, я чувствую себя хорошо. Спросите, пожалуйста, у Марины, очень интересует, наверное, всех дам, холост ли он? No, I'm not married, but I, Можете не продолжать, мы поняли все. No, I'm engaged. I have two children. Он помолвлен. Я же говорил, не надо было продолжать. Сейчас только все обрадовались, и тут на тебе, помолвлен. Спросите, пожалуйста, что ему больше всего понравилось в Татарстане? Вот. Что он после этого помолвился? I like it because I'm the audience. They're awesome. Thank you. Ну, я понял, что он любит казанскую публику. Она крутая. Давай переведем так. You are really awesome. Thank you so much. Спасибо большое. Давайте поаплодируем.